Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома Кандемир, и это новый видос. Сегодня бы хотел с вами поговорить о 5 причинах, стоит ли приезжать в Стамбул. Я не очень много информации знаю о Стамбуле, но постараюсь вам рассказать в краткости очень много. Как вы знаете, ребята, Стамбул – это город-бизнес. В этом городе все люди занимаются бизнесом, что-то продают или что-то покупают. А еще Стамбул – это такой туристический город, куда приезжают очень много туристов. Первая причина. Первая причина, почему стоит приезжать в Стамбул, это потому что стоит посетить достопримечательности. К счастью, сегодня очень легко снять апартаменты в Стамбуле рядом с различными достопримечательностями. Вам обязательно стоит посетить собор Святой Софии, который почти 1700 лет является главной достопримечательностью, украшением древнего Константинополя, Стамбула. Обязательно сходите на экскурсию дворца Топкапы. Там очень красиво, советую вам сходить туда. Да, и загляните, конечно же, в знаменитую голубую мечеть. Называется эта мечеть Султан Ахмед. Она находится напротив музея Айя София. Если вам интересно, обязательно сходите туда. Причина вторая. Обязательно сходите на настоящий восточный базар. Как сказал один известный путешественник в Стамбуле, Стамбул – это бог торговли. Поэтому отправляйтесь в главное святилище этого города. Базар Капалы-Чарши. Если вам что-нибудь нужно купить, то на этом базаре находится все, что вы хотите. Там абсолютно любые вещи, абсолютно все вы там сможете найти. Сходите обязательно. Мой вам совет, обязательно туда сходите. Вы что-нибудь да и себе найдете и обязательно купите. И мой вам совет, обязательно торгуйтесь. Торг в Стамбуле уместен, и вы можете наторговать очень хорошую сумму. Советую. Причина третья. Попробовать блюда турецкой кухни. Турецкая кухня известна во всем мире. Она очень разнообразная, со своими различными специями подают. А основной упор на блюда делается на рыбные блюда. Так что обязательно вам стоит покушать турецких блюд. Это третья причина. Четвертая причина, ребята. Если вы любитель парилки, сауны, то обязательно сходите в турецкий хамам. Когда я сходил первый раз в турецкий хамам, то при выходе я почувствовал себя перышком. Это неимоверное чувство, когда ты выходишь, и твое тело как будто перо, и ты не ходишь, ты летаешь. Это реально очень расслабляет и облегчает. Это очень-очень-очень приятно. Обязательно сходите в этот турецкий хамам. Там ты так хорошо моешься, тебя потом другой человек начинает натирать до такой степени, что у тебя вся старая кожа отпадает, и это просто не пересказать, как это классно. Обязательно сходите, советую вам. Пятая причина. Отправиться в круиз по Босфору. В Стамбуле у вас появится возможность совершить путешествие по Босфору на катере или прогулочном теплоходе. С одной стороны у вас будет находиться Европа, а с другой стороны Азия. А еще такая поездка поможет увидеть вам главные архитектуры города, а также роскошные дворцы и виллы в Стамбуле с наилучшего ракурса. Итак,
добро пожаловать в Стамбул, ребята. Этот город может вас восхитить с первого взгляда, а может и ужаснуть. Но знаете, вы не сможете устоять от его соблазна. Ребята, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Спасибо за просмотр. С вами был Рома Кандемир. А если вы хотите увидеть второй видос 5 причин, почему не стоит переезжать в Стамбул, то вам всего лишь нужно поставить 100 лайков или хотя бы, чтобы было у этого видео 100 просмотров. До новых встреч, ребята. Пока-пока.